Я у тебя дома, ублюдок. Мой пистолет и виска твоей дочери. Я хочу разрушить твою жизнь, как ты разрушил мою. Что происходит? Копы сказали, что дом. Игорь уже там чуть ли не лежит. Твоя семейка со мной. Он все подорвет. Окна, двери, подвал, гараж. Да пока себе. Все заминировано. Как это сделать? Он в здании. Думает, мы дрожим от страха. Не на тех напал. Никогда не забуду его глаза. Он конченый псих. Двери, копы начинают. Где ноги? Не знаю так же. Что у меня ноги? Опустите оружие. Не трогайте дверь. Я не смогу этого сделать. В эфире. А я убью. В общем, похоже, можно вообще лечь. Это так расправило себя. Я способен увидеть будущее. Что можно совсем не знать. У тебя есть два пути. Ты можешь уничтожить этот мир. Ну, лучше всего. А можешь его спасти. Так нормально.